Наконец-то мы на море. Сегодня, по-моему, среда уже. 6-го, да, зарплата была. 6 сентября. Море, в принципе, теплое, мелкое. Все, что для Дашки нужно. Дашка научилась сегодня, точнее, наверное, вчера или позавчера, наконец-то плавать чуть-чуть. И сей факт мы решили задокументировать. Давай плыви, что ты филонишь. Плыви лучше в ту сторону, Дашка. Так вот Дашка не умеет. В смысле? Даша, а где движение, которое я тебе показывал? Скользение, скольжение. Ну это уже прогресс на самом деле. Потому что раньше у нее удавалось 2-3 движения, а тут она вот уже 5-я, наверное, или 6-я. Носом вдох делает. Не мешайте. Смотри, сколько плывет ребенок. Уже, наверное, секунд 10 плывет. Это полезно для носоглотки. Третий раз. Максим, там Вичка, море, у нас вот там. Пирс, пляж. Пляж огроменный, как всегда, в Линьяно. Людей много. Да, блин. Где-то там Светка дрыхнет. Это вот тут с теткой какой-то там рядом. Вот Светка. Дашей соорудили голову. Кстати, отсюда на свинью похоже. Слушайте, а та бутылка пустая? Нет. Нет, не пустая. Это не бутылка, а банка. Ты будешь ей копать? Что ты хочешь? Стянки уходят или какую? Да, весь этот задует. А что ты копаешь, Максим? Макс копает могилу. Макс, а что ты копаешь? Сказал кофин. А что такое кофин, никто не знает. Даша намазалась. О, Макс, ты сейчас уже влезешь. Это, знаешь, я хочу больше, чтобы было. А сделай ему ушки, Даш. Там музыка играла, цукерки кидали, долгие ноги в труну не влезали. Воры гатали, як образали. Это ж вот где это видно, что мать своего сына закапывала живым? Эпохальная сцена погребения. Прихлопывай, прихлопывай. И надгробие я там нашел уже, вон из мусорок. Макс, а тебе писюн какой длины приделываешь? 17. 2 метра? Стандарт. Тут песка не хватит. Ну что, повар, спрашивает повара. Говори. Давай, классно видео. Такого повара, такого повара на YouTube еще нет. Давай. Закопанный повар будет называться. Ну все, пусть говорит, давай. Ну говори. Не шевелись. Давай здесь все, чтобы надо наверх сюда накопать. Добрый. Спи, товарищ. Ну, сделай фотку, Сергей. Вики, пошли в кровать. Даша на кухню. Бабушке пошли. Давай, повар. Давай. Макс утонул, закопали. Давай. Давай. Все, давай, он снимает. Повар спрашивает повара. Повар. Может быть, милиционер? Нет, отвечает повар. Моя главная профессия – повар.